Ты со мной не поехала, помнишь, зря? Ты говоришь такая, ой, ну нахер тебя, и поехала. Конечно, я, потому что ты опять на плантацию собрался. Я, короче, приехал на плантацию, недалеко от плантации встречаю Томаса. Томас мне такой говорит, короче. Подожди, Томас это коллекционер автомобилей? Да-да-да, короче. Если Томас говорит, надо ехать, братаны. И я говорю такой, я, короче, только что слона видел, брат. Я такой, что? Он такой, слона. Я такой, что? Он такой, слона. Я такой, что? Он такой, на. Он, дает, походу, короче, раньше тебя на до этой травки добрался, да? Ага. Но он не, вообще здесь. Говорит такой, короче. Слушай, говорит, на, говорит, возьми три косяка. Говорит, бахни. Я такой, конечно, чё, давай бахну. Ну, я, короче, их бахнул. И прикиньте, сижу такой в чистом поле, никого не трогаю, с косичками. И тут, короче, подходит ко мне... Угадай, кто? А? А? Ну, хотя бы какие-нибудь есть предположения, а? Проходит ко мне французский... Кто еще? Не томи уже. Ле Петуш. Проходит Ле Петуш. Курочка подходит и говорит... Привет! Я такой, привет! Она такая, привет! Я такой, ты кто? Она такая, я говорю, твое выражение. Короче. И что мы сюда за этим наркоманом ехали? Что он нам рассказывает, какие еще курочки? Ну, ты сама за ним пожелала приехать. Она говорит, бонсуй, говорит, хочу поесть, говорит. Я такой, давай. Она такая, давай, поехали, только, говорит, не в этот, не в KFC. Ну, короче, мы с ней приехали не в KFC. Я ей заказал, что там, не знаю, что я ей заказал. Вообще не помню, сейчас посмотрю, секунду. У меня осталось, я сэндвич купил, кстати, жрать хочу. Сэндвич ей купил, короче, такой. Она говорит, пойдем полетаем. Я говорю, пойдем. Привозит меня сюда, и тут самолет стоит. Прикинь. Ну, я и полетал. Ну, такси, честно, полетал, но... Короче, это просто жесть. Ну, здорово. День с пользой провел. День полный впечатлений. Ну как сказать, польза. Короче, все, да, все, сейчас надо собраться. А что теперь, с нами ходит-то, да, Генри? Ну вот, я собственно, хотел этот вопрос на повестке дня обсудить, учитывая то, что Генри уже все знает. Ну или не все, но процентов 99,9. Да, Генри, вопрос у меня один только, Генри, короче. Только отвечай предельно честно, брат. Хорошо. От него зависит вся твоя дальнейшая судьба. Готов? Да. И вдул, Донни, или не вдул? Ты вдул ему или не вдул? Очень смешно. Очень смешно, да, очень смешно. О, детский сад, да, да, конечно, ахаха. Вам сколько лет, а? Шутки про геев, отлично. Да, конечно. Супер, ну что, пошутил? Ну так чё, вдул? Слушай, ну молчат, ладно. Значит, не всё хорошо. Молчат, да значит, ладно, вдул. Давай не будем уж подробности расспрашивать, да ладно. Три-два раз, а наш Донни Гондурас. Три-два раз, а наш Донни Гондурас. Ля-ля-ля-ля, а мы взрослые люди, всё, поехали отсюда нахер. Да-да-да. Куда, сволочь. На чём ты поедешь, там не на чем ехать. Господи, он что, на самолёте собрался ехать? А, у тебя машина есть. Слава богу. О, Хибинджи Кахая, Эль Фразини, надо тебе делиться в следующий раз перед твоими историями тем, что ты курил. Слушай, я тебе отвечаю, короче, я не знаю, я потом как-нибудь мемуары напишу. Чё, куда поедем, братаны? Чё у нас вообще? А, слушай, надо прибрахлить с этим. Надо купить под Патриков, короче, пушки, а то что-то у меня с***лись. Я тут просто в самолёт стрелял, что-то с накурки. Генри, могу вас уточнить, вы, по всей видимости, сотрудничали со многими бандами Лос-Сантоса. А вам не предлагали вступить в одну из них? Нет, я, конечно, понимаю, что это откровенный вопрос. Я выполнял, я защищал их в суде, многих. Я защищал в суде членов цветных, членов жиробасов. Я защищал даже друзей феминисток. Но ни к одним я не принадлежу в данный момент, поэтому... Скажи, Генри, а у тебя есть какая-нибудь мечта? Мечта, которую ты бы... О, знакомый базар, слушай!
Красава уже, красава! Да-да-да-да. Ну погоди, да, надо же понять, надо. Пускай Генри расскажет, о чем, какая его мечта. Ну, в первую очередь я хотел наладить, приезжал когда в Лос-Сантос, и хотел наладить свое финансовое положение, может быть, на личном фронте немножко продвинуться. Ну, я думаю, что мы сегодня продвинулись. Ну, это все схвачено, да. А теперь-то да, что? Да, и дело в том, что по этим дорожкам обоим я уже некий прогресс получил. Поэтому, в принципе, я готов открыт для любых предложений, поэтому... Не, погоди, какие предложения? Понимаешь, в чем дело? Так-то нанять за предложение можем кого угодно. Но у нас другая тема. Игорь, у нас машина горит! У нас машина горит! Что вы творите? Нет! Черт, я не могу вылезти! Откройте! Дверь заклинила, брат, вылезай! Черт! О, боже! Да что за день такой? Как это произошло-то? Что произошло? Как это произошло? Видимо, у кого-то слишком горячий пердак был. Ибн ВХК, не объяснишь? Уйдите с дороги, уйдите с шоссе. Да, подай, я сейчас тормозну тачку. Слушай, так вот, что я говорю? Да, я поняла, да, у тебя пердак подгорел. Нет, зашло, подожди, в смысле, да, о чем ты говоришь? Нас машина бомбанула! Да хер бы с ней, с машиной! Давай. Слушай, мне не все равно! Подожди, у меня вопрос! Ибн, ладно, это... хорошо! Это... Давайте обсудим машину, хорошо! То есть... Ну, обсуждайте, что? А что, тебя вообще не беспокоит то, что она взорвалась, и мы могли сгореть в ней? Может, меня это беспокоит, да, но мы не сгорели же, все нормально. Мы не сгорели, живы-здоровы. То есть машины сами по себе сгораются, да? Ай, да твою мать, как ты задолбал водить-то так? Слушай, Господи. Если это твои эксперименты, Ибн ГХК, какие-то наработки, ты нам скажи, пожалуйста, в противном случае я думаю, что это теракт. На самом деле, мне кажется, нас кто-то хотел совершить похищение, потому что я реально ничего такого не готовил. Но это твоя была машина, так мне тоже показалось, что это какой-то бета-тест. Кто мог, да, кто может покушение сделать, это ты, потому что мы сели в твою машину. Ребята, я на самом деле проверял новые возможности свои, короче. Простите, что так резко. Бета-тестирование все-таки, да? Это альфа-тестирование. Понимаете, это называется альфа-запеканка. В голове у тебя альфа-запеканка, ёп! Да ёп твою мать! Простите. Я просто еще не отошел немножко от трава, погодите. Все, это последнее. Все, круиз-контроль, братаны. Все, больше никаких аварий. Все, по ПДД еду. Ну как, ну почти по ПДД. Так что у нас там... Генри, какая твоя мечта? Вот сейчас, не то, что ты предложения, да, какие-то готов принять, а именно душа твоя чего просит? Не сгореть вот в этой машине. Кинуть, чтобы понять. Ну, во-первых, да, я бы не хотел больше участвовать в альфа-тестированиях подобных. Это первое. Ага. Это, можно сказать, сейчас моя мечта. А второе, ну, естественно, подзаработать деньжат и заняться чем-то, что принесет мне удовлетворение. Господи, ну мы же уже решили, что удовлетворением у тебя все нормально будет. Вопрос, значит, в деньжатах. Но ты как бы только за деньги, не за дело, да, как бы? Именно за деньги готов. Нет, ну пока что я... Пока что я действовал за деньги, то есть я давал свои услуги всем, кто платит. Предоставлял, точнее. Понятно. В общем, мечты у тебя нету. Ну, по крайней мере, пока я не могу сформулировать. Хотя тогда нет, я предлагаю отложить этот договор в ящик. Пожалуй, я смогу сказать мою мечту, это... Я хочу расправиться с... С ментами, с офицером, в частности, Эриком Харпом. Ой, слушай. Ну, расправиться легально. Ты приехал. Я полагаю. В смысле, легально? Какие нахрен легально? Тогда у нас есть как бы общее дело, потому что мы собираемся, ну, не то чтобы с кем-то там прям расправиться, но... Подождите, полицейский участок мы хотели бы использовать под свои нужды. Слушайте, есть одна тема, короче. А давайте-ка устроим... Инсценировку аварии, вызовем полицейского и украдем его нахер. Так нету, к сожалению, полицейских.
Я когда на пирс приезжала этих спасать, которых не надо было в итоге спасать, я 3 раза в копом позвонила, никто не приехал. Пришлось самой ехать через жиробубелей. Что, серьезно, что ли? Да, ну, что, серьезно, да что вообще, за бред? Ну, я тебе потом пришлю видос с навигатора, ты охренеешь, что мне пришлось вытворить, чтобы их спасти. А потом оказалось, что их не надо было спасать, а просто кто-то не умеет СМС-ком выражаться. Ну, короче, стоп, заедьте, короче, давайте устроим какой-нибудь конфликт. Типа конфликт в кавычках. Подождите, я предлагаю проехаться просто мимо полицейского участка и посмотреть, открыт ли он. Ну, хорошо, давай. Если мы что-то собираемся еще... делать, то необходимо это продумать. Подождите, а медики... Да какой нахрен продумать? Да, Генри, Генри, я полностью с тобой согласен, Генри. Как мне тебя не хватало все эти дни, Генри, ты красавчик, люблю тебя. Учись у Генри. Слушайте, а можно одну маленькую корректировку в план? Ты слышал? Пидорвоты какие-то, господи боже мой. Слушай, короче, это... Можно небольшую корректировку в план? Конечно, мы тебя слушаем. Член причем, а? А у тебя с собой? То, что мы собирались еще утром сделать, ну, да? Ну, хотя бы это сделать, как его там, ну... Как там, протез, что ли, или что? Да нет, давай уже завтра. Зачем тебе сейчас член? Главное, чтобы яйца были. Какой нахер завтра? Завтра я не могу. У меня завтра выезд в Сирию. А, в Сирию. Будешь звонить по номеру телефона, да, тому самому? Да, завтра Бангладеш поеду звонить. Так, ну, ушки на макушке, смотрите. Я никого не вижу. Я боюсь туда идти, на самом деле, потому что там новый федеральный судья, который меня, возможно, ищет. Но я, если что, я Лорен Стар, не палите меня. Пойдемте, зайдем. Дом Педрильо, я рядом. Я понял. Прикрывай. Я пойду, зайду. Я все-таки самый беспалевный, короче, щелик. Ясно, понятно. Пойдемте. У него методы, конечно, своеобразные. Да. У тебя нет газировки с собой случайно? Есть, могу поделиться. Да, если можно. Спасибо. Алло, Лоши. А, он... А что, поход? Ты себя ведешь, как будто ты у себя дома. Да что-то здесь никого нету. Сейчас тут уже видимо нет никого. Может проверишь, кто-то в тюряге сидит? Слушайте, а я когда с ним разговаривала, он сказал, что он круглосуточно работает, и что он даже спит здесь, ночует. И предлагал, кстати, мне тоже здесь переночевать. Но я пойду схожу в блок камер. Я без палева. А у тебя есть доступ? Ну, видимо, есть. Конечно. Там... Кто-то звонит. Ну, вообще странно, дверь открыта. Сейчас приеду на байке, включу здесь музыку, они здесь потанцуют, и, в принципе, функция не клуба здесь уже будет, как бы, ну, готова. Да бери сразу машину. Че ты повторяешь меня? Это я на байке заезжал сюда. Кстати... Судьи на своем месте нет. И офицеров никаких тоже не видел. За решеткой кто-нибудь сидит? Нет, камеры тоже пусты. Клево. Может, станем полицейскими? Ага. Кто нас возьмет после всего, что мы натворили? Ну, делаешь новую прическу. Сиськи побольше. И не узнать. Хоть тебе не нравятся мои сиськи. Хотя, ты знаешь, тебе я... Хотя, сиськи не нравятся. Угу. Прости, пожалуйста. Да, что за глупый вопрос? Именно так. Давай, я открываю! Заезжай! Подержи дверь с другой стороны, Дон. Make Los Santos great again. Мне кажется, я тут самый адекватный гей. И среди геев, и среди негеев. Как будто мы тебя не слышали, ага. Ты меня не слышала. Дверь была заперта. Я думаю, что здесь хорошая звукоизоляция. Ну, если только не читаешь по губам. Классный браслет. Спасибо. Я его уже 2 недели ношу. Хорошо, что заметил. Ну, кто-то вообще не заметил. Красивая цепочка.
цепочка, да, шо, я, прости, я что-то как-то ушнула, походу. Да, красивая цепочка. Шо он делает-то, я не понимаю. Ты нормально себя чувствуешь-то, как-то? Да, я нормально, я тебя. Просто устала. Устала, понятно. У меня, между прочим, как бы очень сложный день был. Да, я знаю. От вас, голубков. Ну, у нас тоже был сложный день, поверь. Мы ели сосиски в тесте. Ну, куда он делся? Не знаю. Господи, фу, пожалуйста, не надо, у меня слишком много ассоциаций. Не любишь сосиски в тесте? Люся, ты знаешь, что мы делали? Что мы хотели сделать на пляже? Ой, я не хочу знать, что вы делали, господи. За что мне это, боже? Ну, перестаньте за мной ходить, что вы вытворяете-то? Да мы просто хотели покататься на банане. Просто на банане покататься хотели, ничего другого. Боже мой, покататься на банане! Ваше здоровье. Ну, я думаю, что Игорь уже нашел вертолет и летит к участку. Ну или что-нибудь из этой серии. Вертолету надо в другой конец города ехать, поэтому... Ну, это не преграда для ИБНГХК. Ну, напиши ему СМС. Для чего тебе телефон? Позвони ему. Ладно, хорошо, давай я голосовое сообщение отправлю. Давай. ИБНГХК, мы вас потеряли. Мы у полицейского участка. Опа, кто-то приехал. А ну выходи. Подходи, пожалуйста. А. Оу, выходи нахрен из машины. Ох ты, ёперный театр! Выходи. Ну-ка, давай, заходи туда. Заходи туда, ну, быстро, здрасте. Заходи. Заходи туда, я пошла, ключи от камеры, один, возможно, чтобы вас запереть. Один момент, один момент. Один момент. Друзья, можете не орать? Адвокат, ты фиксируешь то, что он угрожает мне оружием? О, несомненно, фиксирует. Адвокат, фикси... А вот теперь мы... А вот давай, теперь проверим, туда. Собственно, Генри. Фиксатор угрожает, валючий, угрожает мне оружием около полицейского участка. Так, пиздани ты... кто-нибудь по голове, пожалуйста. Ну-ка. На ты, сука, жирная. Тихо, давай, молчать. Иди. Это за то, что вы со мной сегодня делали. Руки так, подними. Беру ключи от камеры, погоди. Ой, тихо, руки тихо. Подними, быстро. Валим, какого валим, черта валим, здесь валим происходит? Отсюда! Здравствуйте. Направо, валим! Быстро, направо, в камеру. Гражданочка, иди, это же вы только что здесь, да, были? Недавно совсем. No, I don't know you. Господин судья, оружие, оружие опустите, пока не поздно. Ты тоже руки поднял быстро? Руки поднял? Ты кто тихо, такой вообще? Это судья, пошел, ты что делаешь, господи? Да мне срать, кто это такой, давайте пошли в камеру быстро в камеру что все пошли. Молодой человек, пошел, вы хоть знаете, с кем вы... Да мне вы хоть знаете, с кем вы разговариваете? Судья, мы попали. Судья, успокойтесь, он ёбнутый, пойдемте за мной. Ладно, я беру ключи от камеры. Господи. Но это будет просто полная проблема. С ним лучше дело не иметь. Зашли, быстро. Не разговаривайте с ним. Меня зовут Ахмат ибн Галис Адрака, Уйкуйда Ахбарах Аллаха Захраха Ахмед ибн Жикиха Аль-Фразини. Очень приятно познакомиться. Кем сразу бы ты ни был. Видно, террорист. ЖКХ. Террорист. ЖКХ, держи. Держи ключи от камеры, я тебе принесла. Взял. Я со стола взяла. Все четко. Ага. Зашли в камеру в одну. Давайте, зашли в одну камеру. Давай я возьму ключи, я закрою. Закрывай, закрывай камеру. Все, закрыл. Так, ну-ка. Эй, ты! Короче, судья, хочешь сделать акт судья? Ну-ка, пиздани-ка этому жирному по лицу быстро. Я сейчас себе тут проделаю данную операцию. Я тебе слышишь? Сказал, давай а быстро делай, что говорю. Прости, дружище. Ничего, судья, Генри. Ничего. Я с вами, так, я ты жирный, я давай, отвечай ему смотрю. Теперь. Жирный, отвечай ему теперь, давай. Тоже ему в лицо давай бахни. На! Ты давай ему в лицо бей. Давай. Бей ему в лицо, не ссы. Давайте. Еще бейте друг друга, бейте. Не сбивай меня. Ты совсем боишься. ЖКХ, может, хватит? Махни друг друга, сказал. Бей меня. Я не могу себе позволить избивать просто невиновного человека. Бей пошли меня, нахер отсюда. Адвокат, счастливый адвокат. Ну ты поехал вообще, ладно. Господи, ну это попал перебор. Ты, приятель, ой, попал. Дон, у тебя ключи.
Да. У тебя остались ключи. Да, да. Короче, мы вас выпускаем, вы с нас снимаете все обвинения и можете преследовать, я там не знаю кого. Сталин, ты поехали нахер отсюда, что вы тут... Поехали нахер отсюда. Простите, судья. Так, ну это перебор, слушай, ЖКХ, ты что-то совсем поехал уже, серьезно. Это теракт, мазафака. Потому что это уже слишком. Это теракт, мазафака. Я поняла, что это теракт. Но ты слишком больно делаешь людям, понимаешь, этим терактом. Так, ребята, теракт, ребята, хватит, стойте. Угомонитесь, у меня ключи, что с ними делать? Да, закрой их нахер, спусти их в туалет. Держи ключи, ты их взяла со стола. Да вот, не держи. Надо мне ключи, себе забери ключи. Нет, спасибо. Нет, да забери эти ключи. И что мне с ними делать? Счастья вам, здоровья. Да спусти их в туалет, и дай мне ключи, дай ключи. Господа, а тебе ключи? Не отдавай ему. Да нет, он уже забрал, все, они у него. Так, ЖКХ, отдай ключ. Если он поймает, что он роет себе могилу. Отдай ключ, ЖКХ! Отдай ключ, говорю, слышь, давай сюда ключи, быстро. Да вон в туалете, я смыл их нахер. То счастливо оставаться, желабос вонючий. Ну. Господи. Простите, мужики. Да не видно. Хорошего вечера. Как у вас вечер прошел, господа? Нормально все? Здравствуйте. Месье таксист. Адвокат, ты что, снимешь, что ли? Так, судья. Слушай, судья, детектив, тут дело ты зашел. Кто-то закрыл, короче, кто-то, совершенно непонятно, кто закрыл судью. Детектив, вызывай полицию! Да, мы пробегали, услышали крики. Спецназ просто. А где полиция? Все, короче, я поехал, ребят. Счастливо, счастье, здоровье. Кто со мной, тот... Еще раз говорю. Генри, я думаю, что вы не в том положении, чтобы здесь оставаться. Вы видели схему участка? Куда? Чё, я отмазываю твою жопу, точнее свою в первую очередь. Иди отсюда, Люся, и протрезвей, я тебя прошу. Люся, вали из города. Что, Люся, вали из города, я тебя спасти пытаюсь. И придурка своего забери. А то что, ты иди, нас всё вот убьёшь, придурок пусть уходит, да. Хватит, судья, ты уже натворил делов, ЖКХ. Судья, еще раз, вы знаете схему здания? Вы наверняка смотрели, когда инструктаж проходили. Куда выходит канализация из соседней камеры? Я сейчас принесу ключи. Вам нужно спуститься метров на 5 где-то в глубину. Там будет первый поворот налево. Вот туда надо пройти. Через ту дверь, сейчас. Дальнюю. Там спуск. Ну что, имя твое запомнил. Давай. В этом городе живет и не наказан еще. И теперь я для его наказываю. Полиция. А не ты. Если ты хочешь справедливости, ты приходишь и защитный кусок дерьма, ты понимаешь, шоколадка, ты ничего ему не сделал. Он уже 3 недели живет, понимаешь, ничего не сделал вообще. Что, я больше, чем ты сделал за 5 минут, понимаешь? Слушай, сынок, только я ты... тебе ни шоколадка, ни друг, ни брат и ни сват. Я ваша честь. Или мистер Кастер, запомни это. Ваша честь, конечно, расскажешь порторгу. Сколько ты взятку уже взял, ваша честь? Он, смотри, что наделал. Он просто людей ворует, понимаешь, и убивает их там где-то за городом. Нормально это вообще, нет? Я, между прочим, никого не убил вообще. На секундочку. Меня предупреждали, что здесь настоящие Содом и Гоморра, но я не думал, что настолько здесь вреда. Отвратительно. Вы сами друг друга били, я же вас не заставлял. Пожалуйста, выйдите все отсюда. Я вас очень прошу, выйдите все отсюда. Ты ключи нашла? Выйдите все отсюда, нет у меня ключей, там не работает ничего. Люсёк, ты чё поплыла-то? Выйди, иди протрезвей, я тебя прошу, а? Сколько можно уже курить и бухать, пожалуйста? Иди поговори с твоей курочкой еще разок. На улицу проветриться. Ты сейчас их отпустишь, я знаю. Это сейчас чё, толстые выйдет, скажут, типа, чё, я же знаю уже эту историю. Выйди, пожалуйста, я тебе серьезно говорю, не беси меня. Ты знаешь, что они делают? Знаешь, что я их поймал? Я знаю, что они... Мне насрать, что они делали, я знаю... Пойдем, я взял тебя за руку, пойдем. Он угрожал моей жизни. Он с фемками там мутил дела свои, слышишь, строил там, пока ты тут с нами гуляла, это не мое дело, мне срать на эти ваши банды, я хочу спокойно жить в Америке. У тебя уже есть грин-карта, между прочим! Я знаю, что у меня есть грин-карта, но из-за вас теперь у меня еще и проблемы с законом. Мне это нахрен не надо. Выйдите, пожалуйста, все, я вас прошу. Я не буду разговаривать, пока вы здесь стоите. Товарищ детектив, вас я тоже попрошу выйти.
И товарищ детектив, конечно же, послушался и вышел. Если сейчас туда полиция вернется, нам как бы тут нас застрелят просто нахрен. Надо как бы валить. Слушай, адвокат, если что, ты ничего не видел, хорошо? Ну, придется заплатить. В смысле заплатить? Ты с нами был! Ты все это время ходил с нами. Кому ты хочешь, чтобы мы заплатили? Опа! Эй, ты иди сюда! А ну-ка, Паш, подошел сюда, руки вверх! А ну-ка, давай, отжимайся! Отжимайся быстро! Отжимайся, говорю, быстро! Сел отжиматься, давай! Отжимайся, сука, жирный, я сказал! У меня плечо, плечо больное, какое отжиматься? Отжимайся, говорю тебе! Плечо больное! Сел и отжался! Сейчас! Дома где? Отжимайся, говорю тебе. Секунду, секунду. Я ты что-то отжимаешься? Ты как-то неправильно, брат. Кажется, у нас в городе новый полицейский, который очень оригинально расправляется с бандами. Здравствуйте. Ну, молодец, все. Поехали нахер отсюда. А он так и будет отжиматься, или? Да хер бы с ним, господи, что делает, пускай хочет. А Люсю мы не будем ждать? Она нас по ходу дела того. Надо будет посмотреть и поговорить, что она там вообще. Так, ну и сейчас мы с тобой вольные художники. Куда захотим, что захотим, пока нас не убьют, правильно? Мы, ну, судя по всему, слушай, а мы никого даже не ранили. Вот в чем самый забавный прикол. Я никому даже из них не нанес ни одного повреждения, ты понимаешь? А, вот ну ты, несомненно, унизил их достоинство и нарушил пару десятков конечно, законов. Конечно, и они теперь никогда не откупятся этим, понимаешь? Ну я и... все мои выстрелы... Что ты хочешь делать? Как ты рулишь? Как я рулю? Я нормально. Поехали. Поехали на пляж, а? На пляж? Хорошее место. Хорошо. Конечно, вот сюда. Сейчас, братик. Ой, прости, слушай, я после... нашего приключения в себя не могу прийти. Брат, ты что-то заблудился, что ли? Я не знаю, давай я поведу, а? Нет, все нормально. Просто вообще совсем не в ту сторону едешь, брат. Я марки еще поставил, брат. Ты пришел в себя? Да, все в порядке, что? Ты курицу задавил, кстати. Курицу? Тебе показалось. Слушай, это все трава, это чертова вообще. Че-то на тебя долго держит. Я вчера тебя предупреждал. Я давно отпустила. Просто понимаешь, я был зол на этих жиробасов из-за Люськи. Они ее как сука угнали, и все. Она сейчас немножко из-за грин-карты, видимо, переживает, что ее там депортируют. Но ее ж не депортируют. А что мне делать? Ладно, я ничего не говорю про события, которые имели место быть ранее. Что мне делать? Скажи, скажи, что мне делать, как мне теперь жить? Как мне искать работу? Ты как мне с законом общаться? Ну, посидим пару лет, что ты? Вот так сейчас вот просто. Сейчас нас арестуют с тобой. Сядем в тюрьму, посидим, отсидим, и все будет хорошо, что ты? Так может... Слушай, оно того стоило, ты понимаешь? Может, мы сдадимся тогда? Сдадимся кому? Подожди. Нас вывезли и просто избили как щенков. А мы просто ничего не сделали, они сами друг друга сбивали. Ты видел, чтобы шериф сам... Судья сам же бил этого Жусьмина. Ой, господи, Жусьмина. Я говорю, Жусьмина. Семена. Сам бил Семена. Семен сам бил судью. В чем мы виноваты вообще? Ну, ты наставил на них пушки. Ну так
Это дополнительная мотивация, понимаешь? Они сами все делают. Людям иногда не это. И что ты не едешь никуда? Слушай, у нас бензин кончился. О, говно какое, а? Слушай, одна лишняя угонная тачка, ничего страшного же, да? Ну, уже ничего страшного, да. Черт. Простите, дамы. Лучше вам отойти. Садись, брат. Неважно. Приус. Любишь Приуса? Что-то ты потерялся, братуха. Вроде такой настойчивый бил. Я потерялся, да. Я не знаю теперь, что мне делать. Слушай, ну твой друг псих, походу, делал. Что ты будешь с этим делать? А ты кого-нибудь вообще видел сегодня из представителей закона, помимо судьи? Слушай, я не знаю, я вообще, походу, никого не видел. Я сегодня в полицейском участке-то не был. Мы приехали, думали, там будет кто-то хотя бы, ну, посмотреть что-то. А в итоге там, видишь, пусто оказалось. Может, они все на выезде где, я хер знает. Если ты не заметил, у меня лицо все в крови сейчас. А что, тебя кто-то поранил, что ли? Что случилось-то? Что лицо в крови? В носу ковырялся, видимо. Братух, ну ты так не ковыряйся. Братух, ну что, закончим эту жизнь? Да. Да, шучу я, шучу. Сосисками с хот-догом. Что сказал? Сосиски с хот-догом. Сосиски с хот-догом, да. Я сильно ударился. Игорь! Ибон! Знаешь, брат? Да. А ведь у них там только есть что разговоры о море. Мы же хотели просто приехать в этот город, найти себе работу и спокойно все взорвать. Но почему-то постоянно нам кто-то мешает. И не говори. Какого хера, брат? Жестокий мир. Какого хера, брат? Это просто кобздец. Слушай, но я бы на твоем месте не расстраивался. Потому что сегодня ты смог взорвать, ну, хотя бы машину. Да, я еще и самолет взорвал, брат. Ну, и самолет. Ну, растешь. Прогресс — это хорошо. Тенденция, как говорится, положительная. Люська, это, по ходу дела, от нас отвернется. Она слишком, я не знаю. Видимо, подумал, что мы слишком пизданутые с тобой. Спасибо, что со мной до конца, братишка. О. Несмотря ни на что. Слушай, ты какой-то грустный. Подожди, посиди здесь, ладно? Буквально секунду. Здравствуйте. У меня там... Да, здравствуйте. У меня там друг грустит. Вы не могли бы пройти со мной? Ему очень нужно подбодрить. Я заплачу. Правда. Дружище, не печалься, смотри, кого я привел. Ох ты ж, братишка, обожаю мимов. Ну. Ты такой классный брат. Охренеть. Ну чё ты грустишь? Я не грущу, брат. Просто тяжелый сегодня день, братух. А у тебя есть деньги? Да, надо быть сильнее. Да, есть. Дай ему сотку. Я обещал. Давай дадим ему 1000. Один хер мы. Давай.
Один хер нас всех посадят. Спасибо. Держите. Ведь мы никого не убили, брат. В чем мы виноваты? Вы можете идти. У нас личный разговор. Спасибо. Хорошего дня. Я передал вам 1000. Да. Хорошего дня, сэр. Да, 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 конечно. Я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Давай ее отдохнем. И... Надо уехать из города на пару дней, брат. Иначе... И куда ты хочешь уехать? Я просто не знаю. Куда ты поедешь? Тебе есть знакомые, друзья? У тебя есть хоть кто-нибудь, кроме меня? Да нет, никого нет, понимаешь? Нет, никого нет, кроме тебя, за все эти годы никого нет, кроме тебя, брат. Слушай, я... Может быть, мы свяжемся с Эль... Эль, как его? Этот мексиканец забавный. Я помнишь, понял, он говорил, что у него фазенда где-то в горах? Да, Эль Бисто. Стоит там перекочевать чуть-чуть. Эль Бисто, да. Угу. Слушай, ну он там был на той сходке, откуда я забрал этого жирного Семёна. Он там был. А, вот он что. Я не знаю, ситуацию. То есть они работают сообща. Понятно. А парень, про которого ты говорил, как же его звали? Какой-то механик... Нет, не механик. Домкрат, или как его? Домкрат? Да. Ты с ним общаешься? Слушай, да, его зовут Гидравлика, короче. Гидравлика, точно. Слушай, хороший парень, очень. Вот с ним бы хорошо бы сделать что-нибудь совместное, знаешь, какое-нибудь дельце провернуть. Но нужно, чтобы, понимаешь, нужно, чтобы как-то это... Чтобы все улеглось. Просто сейчас на нас открыт охоту. Слушай, я очень надеюсь, что да. Люську-то не сильно там побреет. Мы все-таки мы никого не убили, брат. Они все друг друга стреляли. Ты читал сводки новостей перед тем, как просто приехал? Да, да, конечно, ты конечно. Весь какой-то. Весь никого, город в крови. Мы же никого не убили. Багровые реки, никого да. Никого не убили, понимаешь? Слушай, успокойся, у меня предложение. Убили, давай закончим этот день хорошо. Мы его начали давай. Хорошо. У нас было много приключений. Давай закончим его мини-приключением. Я не знаю, ну... А вон, смотри, яхта. Давай сплаваем на яхту. А я уверен, что там есть шампанское и бассейн. Пойдем. Как тебе? Да? Отлично. Поплыли. Только не утони, брат, ты умеешь плавать-то хоть? Говно вопрос. Налево. Какая тупая смерть, брат. I've been so lonely, girl. I've been so sad and down. Couldn't understand why haters joked around. I wanted to be free with other creatures like me. And now I got my wish. 'Cause I know that I'm a gay.